Приветствую вас, дорогие друзья! С вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал. Вот всегда так говорила, буду говорить. Нажимайте на волшебный колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Я буду делать очень много интересных раскладов. Кстати, под видео вы можете найти мои контакты, каким образом можно заказать расклад. У меня есть условия, узнавайте мои условия. Я вам их вышлю, прочитайте, внимательно ознакомьтесь. И если вас условия мои устраивают, я к вашим услугам. Итак, меня попросили сделать расклад на отношения. И давайте мы его посмотрим. Также, может быть, какой-то вам дам на гармонизацию отношений, какой-то, может быть, ритуал, либо совет. Итак, сейчас минуточку. Немножко потише сделаем. Всегда делаю с музыкой обязательно, со свечой. Это обязательная такая, знаете, аура в моем магическом пространстве, будем так говорить. Мне это важно, и для меня это, мне это помогает. Ну, у каждого свое. Так, будет 6 позиций. Ваши отношения с партнером на данный момент – это основа ваших отношений. Скрытые нюансы ваших отношений. Что вас сближает с партнером? Что вас отдаляет друг от друга? Будете ли вы вместе? И каковы будут ваши чувства и отношения в будущем? И совет, что необходимо для укрепления? Вот такой расклад я вижу. Ну, в принципе, из всего расклада иногда я трактую каждую карту, иногда просто хочется рассказать, что же я все-таки в общем вижу с этого расклада. Отношения на данный момент достаточно фундаментальные, но в отношениях доминирует женская половина, будем так говорить, женская женщина. Также основа добротная достаточно. Мужчина будет слушать, что говорит женщина, и действовать ее указанием, либо советом. Ну, в принципе, женщина ведущая в этих отношениях. Есть скрытые нюансы. Вам пытаются помешать в этих отношениях. Есть завистники, есть сплетники, есть люди, которые пытаются даже вас иногда поссорить, могут что-то на вас наговаривать. То, что вас сближает с партнером, я вижу, что у вас есть общие цели. Общие цели вы смотрите в одну сторону. Отношения достаточно стабильные в том плане, что они серьезные отношения. Это я вижу по королю мечей. Что вас отдаляет друг от друга? Я вижу аркан мага. Некое, может быть, упрямство все-таки. Некое, может быть, ну не то, что может быть. Я не люблю слово говорить «может быть». Я хочу сказать на самом деле, как есть. Может быть, что-то может быть, не знаю, что-нибудь, какое-то только размытое понятие. Я не люблю таких слов. Я вижу, что здесь бывает такое, что есть некое упрямство, когда два партнера пытаются управлять отношениями, бывают некие ссоры, потому что каждый пытается доминировать в той либо иной степени. И вот аркана мага вносит такую сумятицу в том плане, что бывают даже ссоры. Бывает такая повышенная энергия на отношениях, повышенный голос. Один может повышать на другого, другой на другого, и появляются такие вот... Каждый хочет вырулить в отношениях свою сторону. Это не очень хорошо. Будете ли вы вместе? Будете. Это стабильная карта. Карта отношений на будущее. Так как изначально я сказала, что отношения, соответственно, стабильные. Отношения хорошие, несмотря, главное, ни на что. Несмотря на какие-то, может быть, скандалы, ссоры. Знаете, как говорят, любимые ругаются, либо только тешатся, да, вот такое есть у нас, такое у нас понятие бывает. Далее, совет, что необходимо для укрепления отношений? Перестать выдумывать всякую ерунду, сразу говорю. Перестать переживать за несуществующие аспекты, не думать друг за друга, не делать никаких выводов, не сделать каких-то пристрастных таких выводов, про которые всегда говорю. Сама придумала, сама надумала, сама обиделась, либо сам надумала, сам придумал, сам обиделся и сам переживает. Не надо этого делать. По последней карте вам нужно, в принципе,
пятерку кубков вынести с ваших отношений, перестать переживать то, что человек, видите, сзади, за спиной стоят два кубка, которые стоят, вот эти все упали уже, да, кубки, это изжито, и от этого нужно избавляться, а нужно вносить новые, как говорится, разнообразие, также вносить разнообразие, соответственно. Здесь негативная форма не пойдет отношения, здесь только развитие, чтобы перестать переживать, понимаете, да, о чем говорю? На самом деле в отношениях ничего нет страшного, за исключением того, что вас, возможно, могут негативно, поэтому действия, негативные действия третьей силы, как я называю, может быть, магию могут наводить, могут мешать, может остаться прошлая соперница, может быть, из семьи кто-то может вмешиваться. Вот. И поэтому могут выводить вот на эту пятерку кубков, вводить, чтобы вы переживали друг за друга, чтобы вы сомневались друг в друге. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что в отношениях есть стабильность, серьезность, за исключением, конечно, вот мелких там, может быть, ссор. Все, о чем я говорю. Далее. Есть такой, как вам правильно сказать, может быть, для гармонизации, да, для легкой. Есть люди, которые, как вам сказать, хотят как-то загармонизировать отношения, но не хотят каких-то сложных таких ритуалов, да, либо не верят в эти ритуалы. Есть такие церковные какие-то, все говорят, церковь, это там магию не приемлет. А в принципе, очень много заговоров церковных. Раб Божий, раба Божий, вот все в этом плане, да. Вот. И ничего не имею против церкви, сама верю во все это дело. Но дело не в том. Дело в том, что люди не хотят связываться с какими-то длинными заклинаниями, да. Потому что чем человек больше читаешь это заклинание, некоторых есть ленивые люди, да, есть люди, мозг просто не воспринимает, люди зевать начинают. Начинают зевать, у них просто вышибает это все из головы. Поэтому я могу дать такую легкую гармонизацию на свечи. Свечная магия, она очень мудрая, она очень сильная, она хорошая помощница для людей, у которых нет своей какой-то сильной энергии. Итак, берут две церковные свечи. Восковые, извините, восковые, не церковные, восковые. Хотите, можете церковные. Вот. Либо две красные вы можете скрутить, свечи, да? Либо вот такую крученочку сделать из двух свечей. Мужчина, женщина, инь и янь. Итак, сразу говорю, на растущей луне в течение 9 дней нужно сжечь. Обязательно нужно выполнить определенную программу, не один день. От одного дня ничего не получится. Это же все кратно, вы же понимаете. 3, 6, 9. Но лучше, конечно, делать максимально 9. Желательно красный, как повторяю, но обычно восковые тоже подойдут, вот как вы здесь у меня их видите, вот такая свеча. Кстати, когда она будет гореть, вы увидите на будущее, возможно, можно посмотреть, как будут отношения развиваться. Свечи будут то сходиться, то расходиться. Это тоже, кстати, можно проследить. Можно, кстати, диагностику делать часто таким образом. Итак, свечи скручивайте, при этом говорите, как эти свечи свиты вместе, так и мы с тобой будем свиты. По судьбе. Потом зажигают перед фотографией любимого человека. Кстати, фотографию любимого человека нужно положить на стол. И говорите, я не свечу зажигаю, а душу и сердце зажигаю любимого. Имя, говорите, по мне имя свое навсегда. Еще раз говорю, жечь в течение 9 дней. Это некое, это не приворот. Это гармонизация отношений. Вы не задействуете никакие, как говорится, материалы в этом обряде, кроме свечей. Свеча — это гармонизация, это очищение от всего лишнего. И также, конечно, от ваших вот этих всех недоброжелателей, которые пытаются вмешиваться в ваши отношения. Вот такой вам обряд, вот такой вам расклад. Я желаю вам всего самого наилучшего. Берегите свои отношения. Все у вас будет прекрасно. Все у вас будет хорошо. Ни на кого не обращайте внимания. Это ваша пара, это ваши отношения, и другим людям в этом делать совершенно нечего. Всего вам доброго, с вами была Викана, обращайтесь за раскладами, разберемся в вашей ситуации, и вы поймете, как вам нужно действовать дальше в этих отношениях, да? Дам некие рекомендации, советы по вашему желанию, если они вам будут нужны. Всего доброго, с вами была Викана.